Итак, друзья, думаю, многие знают, что компания УАЗ недавно представила Патриот для американского рынка, который там встретили не очень радостно. Тем не менее, заказы на автомобили были, и покупатели ожидали поставок. Но, увы, партнер УАЗа в США вернет покупателям деньги за внедорожники, и это, конечно, негативно отразится на российской компании. И УАЗ в очередной раз примет поражение. Но перед тем, как рассказать все подробности, если вас не затруднит, попрошу вас поставить лайк под видео. А если вы здесь впервые, можете подписаться на канал, буду очень признателен. И мы начинаем. Грандиозные планы компании УАЗ на продажу автомобилей на североамериканском рынке с помощью местного партнера компании Brimac провалились с треском. Похоже, продажам не суждено сбыться. Фирма объявила о приостановке своей деятельности и возвращает деньги за автомобили, которые были куплены в рамках предзаказа. По информации, которая сообщалась ранее, это около 140 автомобилей. На официальном сайте Brimac также появилось заявление о том, что деньги будут возвращены. Напомню, что должны были продаваться две модели – Brimac 4x4 SUV и Brimac Brio Pickup. Обе модели были специально модернизированы для американского рынка, так как в стандартном оснащении рынок было бы вообще не удивить. Ценник на Brimac SUV составлял $26 400, а за пикап – $27 900. Аудитория, которая планировала приобрести данные автомобили, является фанатами рамной конструкции и большого внедорожного потенциала. Автомобили уже прошли сертификацию, и старт продаж был объявлен, но в связи с санкциями компания прекратила сотрудничество. Примерно такой же сценарий, похоже, ждет и АвтоВАЗ, так как поставки автомобилей Lada Vesta и Lada Niva осуществлялись в европейские страны и даже имели там неплохой объем продаж. Но теперь зарубежный рынок для российских автомобилей просто закрыт. А что вы думаете по этому поводу? Очень интересно узнать ваше мнение. Поэтому давайте пообщаемся и подискутируем. Также буду рад, если вы перейдете на канал для просмотра других роликов. И, конечно, приглашаю подписаться на канал и нажать на колокольчик. Подписывайтесь на телеграм-канал и до новых выпусков.